Всем привет, с вами Денис Соловьев. Сегодня мы едем делать косички. Я давно хотел их сделать, но дреды мне не помещаются, потому что они слишком объемные. В шлем мне они не залезут, потому что я же кикбоксингом занимаюсь, и там очень мало места для дред. Поэтому мы решили сделать косички. Ознакомились с мастером в Инстаграме. Сейчас едем к нему. А потом... Что ты, викинг? Ну что ты скажешь своим подписчикам? Ты посоветуешь еще кому-нибудь прийти и сделать обработку? Уберем волосатость. Закончили, вот сделали мне. Все, теперь нашел своего мастера по причине. Ты не хочешь мне помочь? Нет. Ты хочешь мне помочь? Нет. Ходите сюда, стричься и делать какие-нибудь еще такие же прически. На стрижку. И всяких вот таких вот косичек. Ссылка на Инстаграм Ирины в описании.